Здравствуйте, зрители моего канала, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Вот уже прошел месяц, время летит быстро. Сейчас будем снимать очередной общий таро-прогноз на месяц октябрь. В этот раз решила начать снимать прогнозы с наших рыбок, а то все время у нас рыбки в конце, несправедливо. Вы со мной согласны, овны, да? Так что, рыбки, посмотрим, что карты Таро посоветуют вам на октябрь 2023 года. Общий расклад. Личные расклады у меня написано в описании, куда обращаться. Так, рыбки. Первая колода такая, как всегда, самая обычная. Первая карта для наших рыбок на октябрь. Уход от кризисной ситуации. Эта карта говорит о том, что кто-то может расстаться, решить прямо в начале месяца с кем-то. Это не обязательно в любовных отношениях, хотя тоже возможно. Это может быть переехать, уехать, уйти на другую работу, перейти. Когда ситуация достигает такого пика, что уже нету сил с этим бороться, что-то решать, выяснять, легче уйти. И этот уход всегда к лучшему. У вас есть с чем, есть с кем, есть даже куда, есть знания, если вы на другую работу, например. В общем, вот такой уход от кризисной ситуации может еще означать, когда... Не обязательно и переезд, и прям такое кардинальное. Когда вы решаете, все, не буду выяснять никаких отношений, устал, все, я не хочу ничего выяснять. И вы как бы со спокойной душой уходите в стороночку. Такое тоже может быть. После этой карты, сейчас проверим, всегда идет хорошая карта. Вот проверим статистику. У меня уже она такая личная и длинная. Вот видите, десяточка. Эта карта все равно хорошая, потому что она говорит об окончании тяжелого, сложного периода в жизни. Возможно, что-то закончится, какой-то участок работы тяжелый, какой-то период, когда вы уже изо всех сил стараетесь, у вас получится, вы сделаете, но это стоит сил. И карта говорит также о том, что нужно беречь свое здоровье и попытаться переложить какую-то часть работы, если это возможно, на работе или дома, на окружающих. Потому что это может плохо сказаться на вашем здоровье, рыбки. То есть вот уход от чего-то тяжелого, сложного, окончание, видите, периода тяжелого, сложного. Так, идем дальше. Рыбки. А вот и, смотрите, учеба, новости об учебе, новости о новом бизнесе, о новой работе. Может быть, кто-то вот заканчивает одну работу и будет думать искать другую. Работа с бумагами. Обязательно наведите порядок или будете наводить какими-то бумагами. Хорошие новости о работе, как я уже сказала, начало какого-то нового бизнеса, да, сразу, может быть, денег будет немного, но начало уже положено будет. Также может быть общение с детками, знака земли, может кто-то будет, а вот учеба, больше учебой заниматься, и с детками в том числе. И еще одна карта с этой колоды для наших рыбок. Меньше переживайте. Вы будете, конечно же, переживать. Это девяточка мечей. Не переживайте о том, что еще не случилось. А то так вас могут настигнуть и ночные кошмары, и бессонница. Может и до этого дойти. Как я начинаю снимать прогнозы, у моих котов активация какая-то начинается. Это уже не случайно. Отвлеклась. В общем, не переживайте. Ночные страхи, кошмары, не переживайте. Если есть проблема, решайте ее. Не нужно
вот так все прям вот близко к сердцу. И раз такая карта, сейчас еще достану одну с этой колоды рыбки, чтобы вы так сильно не переживали. Вот, подумайте, уйдите в себя, поищите ответ внутри себя, вы обязательно его найдете. Отдохните, куда-то поедьте вот сами по себе, в спокойное тихое место. Не время для активных прям таки действий, форсировать события. Подождите, подумайте, и вы обязательно найдете ответ внутри себя. Не нужно так переживать, нужно просто подумать. Вы сами знаете ответ, нужно найти его внутри себя. Вот так вот. Так, сейчас возьмем следующую колоду. Так, следующую колоду возьмем вот такую красивую колоду «Колесо года». Очень красивая колода. Итак, рыбки. Прогноз общий на октябрь месяц. Началось. Какие-то перемены, возможно, у рыбок. Я уже говорила. Следующая колода и карты для наших рыбок на октябрь. Первая карта. Дама Пентаклей. Карта прибыли. Дама умеет думать о деньгах. Хорошие сделки возможны. Работа здесь хорошо. Такое ее вообще значение карты – это любовь к себе, это создание какого-то комфорта для себя. Может, будете заниматься чем-то в доме. Ремонт, перестановка, покупка, оплата коммунальных счетов, наведение порядка в каких-то бумагах. Может, в офисе будете что-то переставлять и менять. Может быть, это связано, кстати, с работой, с переменой работы. Что-то придумаете новое, что-то менять. Ну, может, кто-то будет встреча с дамой. Дама может быть знака земли. Дама, которая любит свой комфорт, никогда ним не пожертвует. И, может быть, эта дама попросит у вас денег. Скажет, нужно что-то купить в дом или в офис, опять же таки. То есть... такое занятие комфортом. Главное тут что? Рассчитать деньги, чтобы вам на все хватило. Если вы задумаете тратить деньги, что-то менять на работе или дома, обязательно посчитайте, чтобы вам хватило на это денег. Следующая карта для наших рыбок. Пятерочка жезлов. Ну, такая карта с хорошего значения – это интересные задачи, которые могут перед вами стоять. Может быть, они связаны с тем, что вы придумали что-то поменять в офисе или в доме. Также эта карта может говорить, конечно же, о соревнованиях командных. Может, с кем-то будете соревноваться. Так, секундочку, кошечка. Проходи пусть туда. Угу. Может, будете с кем-то соревноваться. Командные могут быть соревнования тоже. И еще, конечно же, эта карта может говорить о ссоре, хвостик, о каком-то, прям, знаете, чуть ли не драке, выяснении отношений. Вот об этом тоже может говорить эта карта. Может быть, спор о чем-то по работе, о том, что делать дальше. Или спор о том... что в доме делать, менять. Или о какой-то сделке спор, так как дама Пентакли это тоже работа, сделки, общение с партнерами. Ой, вылетела. Ой, вылетела такая карта, во-первых, хорошая, во-вторых, красивенная. Императрица. Все-таки эта карта у вас тут, все-таки, я думаю, тоже вот ждет плодородие, карта материнства. Кто-то может узнать, что он беременный, или узнать о беременности чей-то. Может, кто-то родит в этом месяце ребенка. Карта развития, роста. То есть тут все, я думаю, хорошо, если вы что-то новое задумали. Получение, конечно же, прибыли, любви к себе. Может, кто-то будет еще, кстати... девочки, а может и не только девушки, заниматься внешним видом, проходить какие-то процедуры, ходить в салон, я не знаю, даже банально волосы, корешки красить или не только корешки.
Но в любом случае хорошая карта, красивая и главное плодовитость. То есть это развитие, развитие бизнеса, ситуации, рост рыбки. Еще аркан из этой колоды. Жезлы, тройка, вот видите, новые перспективы, новые возможности, сотрудничество, оживленный бизнес. То есть вот у вас прям все карты говорят о том, что вот развитие бизнеса, ситуации, может быть какая-то командировка, в которой перед вами откроются замечательные возможности рыбки, то есть новые возможности. Сотрудничество, я уже говорила, планирование бизнеса, планирование возможностей, что делать дальше. Вы будете с надеждой смотреть вперед, думать, что делать дальше, и вы будете знать, что делать дальше. Вот что самое главное здесь. Так, следующая у нас колода. Таро провидцев, светлых. Она вот такая красивая. Срез такой у нее красивый. Так, сейчас посмотрим, рыбки, рыбульки, что эта колода вам посоветует. Ой, чуть не вылетела вся колода. На октябрь этого года. Так, рыбки, октябрь. Достаем первую карту. И тут у нас... Ну, замечательный рыцарь Пентаклей. Это медленное, опять-таки, но уверенное продвижение ваших дел вперед. Все-таки развитие есть. И даже если кто-то вот в начале месяца, то, о чем я говорила, решит поменять работу, один из вариантов. И, как я уже говорила, это только к чему-то лучшему, потому что... Вот опять медленное, но уверенное продвижение вперед. Здесь было, что может быть деньги будут, да, будут вернее, но не так сразу прям много. Медленное, но уверенное продвижение ваших дел вперед в течение этого месяца. Для девушек может означать надежного партнера, надежного, стабильного, который может поддержать и в материальном, и в любом другом отношении. Так, рыбки, следующий аркан для вас из этой колоды тоже замечательный. Замечательный аркан, четверка жезлов. Это праздник, это даже свадьба может быть. Это когда стабильность, получение уже такой стабильной первой прибыли опять. Когда что-то получилось, сделали... Сбор урожая в прямом и переносном смысле. Праздник. Это может быть праздник и в коллективе, и в семье. Когда все счастливы, все довольны, все получилось. Первая прибыль есть. Вот он рядом, видите, рыцарь. Все идет как надо. Следующий аркан для наших рыбок. Надеюсь, весь расклад будет уже на позитив. Вот опять король Пентаклей. Это тоже... Сделки, партнерство, профессионализм, повышение по службе, рост в карьере. Деньги, я уже сказала, получение прибыли. То есть у вас все идет акцент на правильное развитие даже вот бизнеса, получение прибыли. Рядом с вами может быть король. Король может быть знака земли. Очень такой профессионал своего дела, честный, порядочный человек, который может и помочь, если нужно. Он может заниматься ценными бумагами. Кстати, как здесь было тоже о ценных бумагах речь. Или заниматься тоже земельными вопросами. Еще один аркан из этой колоды для наших рыбок на октябрь. И тут мы видим король жезлов. Замечательный аркан, который добавит огонька, когда... Опять же, рост в карьере может быть, когда много встреч, много задач, бизнес. Все нужно сделать, везде нужно успеть. Хороший аркан, который вам вот даже только вот в помощь, я же говорю, добавит такого, знаете, страсти, огня, энтузиазма,
какой-то энергии, вот так вот. Ну и опять же, может быть рядом король с вами, который вот такой вот, знаете, энергичный мужчина, который всегда поможет, умеет заниматься бизнесом и может вам помочь. Он может быть знака огня. Так, еще одна колода, четвертая для наших рыбок. На октябрь 2023 года. Сейчас мы оденем очки. Итак, рыбки. Рыбки-рыбульки, октябрь. Рыцарь мечей. Такой, знаете, быстрые перемены какие-то могут быть под конец. Может быть, какая-то срочная, неотложная командировка, кстати, когда нужно собраться и уехать, что-то решить, может быть, нужно будет в этой командировке. Эта карта, конечно же, прямолинейности и желание поставить все точки над «и». Может быть, вам нужно будет куда-то поехать и поставить точки над «и», решить какой-то вопрос, а может быть, уехать, а вопросы решить здесь, на месте. То есть выяснить что-то до конца, вас услышат. Вы вот будете, знаете, так бескомпромиссно настроены и сможете доказать свое решение, свои мысли. Также, конечно же, эта карта может говорить о конфликте, когда, может быть, уже этот спор перейдет в конфликт, когда что-то будете доказывать. Так, рыбки, семерка пентаклей. Ну, тут немножечко плата небольшое, как вам кажется. Вы захотите, может быть, что-то быстрее и больше. Это может касаться и финансов. Терпение вас будет покидать. Могут быть какие-то, знаете, такие проволочки в государственных учреждениях, когда что-то не получается так быстро, как вы хотели, может, что-то связанное с бумагами. Наберитесь, пожалуйста, терпения. То есть терпение и настойчивость, и труд – вот что вам поможет. Ваше трудолюбие, терпение и трудолюбие. И все у вас получится, все будет хорошо. Нужно только потерпеть, рыбки, не надо так торопиться. И еще рыбкам. Ну вот видите, туз, туз. Кубков, замечательная эйфория, карта супер эмоций, отличная новость может быть какая-то. Видите, вы потерпите, и будет новость, которая вот просто вау такая для вас. Очень эмоциональная, приятная, возможно, какая-то поездка. Очень приятная, приятной обстановки, возможно, предложение руки и сердца. Не забываем об этом значении. Новое знакомство, которое вот просто вас порадует в эмоциональном отношении. Конечно же, начало новой любви. Вот. И замечательные события, которые вам очень по душе будут. И еще один аркан рыбки вам на октябрь. Ну вот видите, точно какое-то, возможно, событие, поездка, знакомство. Это может быть, да, конечно, предложение руки сердца. Да, предложение руки сердца. Но это может касаться не только любви, это может касаться партнерства. Вот вы куда-то поедете, что-то выясните, нетерпение. И вот, пожалуйста, получается у нас вот такая картина, видите? Все равно все сходится к приятному общению. Когда партнеры друг друга понимают, партнеры могут быть и по любви, и в работе. Карта говорит также о том, что, может, вы с кем-то помиритесь, с кем были в ссоре. Такое тоже возможно. Приятная компания, хорошие эмоции. Ну, замечательный аркан. Счастливый союз. Гармония и взаимопонимание. То есть тут немножко нетерпение, но все налаживается. Замечательный. Вот вообще такой получается расклад. И еще по традиции я все время достаю карту совет из Таро Ангелов. Сейчас мы это и сделаем. На октябрь для наших рыбок. Что у нас тут? Десятка мечей. Весь месяц, вот главная его мысль о том, что окончание сложного, тяжелого,
неприятного какого-то участка жизни, отрезка жизни, который вас мучил, вот знаете, на голову давил, мысли все ваши занимал. И это отличная карта, она говорит об окончании. То, что я говорила в начале, вот вышло, кстати, очень созвучно. Уход от кризисной ситуации, окончание тяжелого периода, тяжелой ноши какой-то, чего-то, что вам тянуло вас. Конец трудной ситуации. Примите изменения и ожидайте всего самого лучшего. Вот что на этой карте говорится о ней. Восстановление после пагубных привычек также, кстати, может быть одно из значений. То есть мы видим, рыбки, что если у кого-то были какие-то проблемы, они в начале месяца начнут решаться. Главное, найдите ответ внутри себя и не нужно переживать по пустякам. Займитесь собой, займитесь своим комфортом, займитесь своим бизнесом, налаживанием того. Да, может быть, у вас какая-то быть соревнование. Не бойтесь соревноваться. Вас ждут плодородие, хорошие перспективы, сотрудничество. И дальше вы все увидите, пересмотрите. И заканчивается приятными событиями и даже у кого-то свадьбой. Как я уже говорила, да, возможно, свадьба. Все в ваших руках. Вот все в ваших руках в этом месяце. И императрица вам в помощь. Не забывайте думать о себе, о своем комфорте. Займитесь своей внешностью, может, кому-то надо. Может, вот что-то поправить, исправить, что-то себе купить, порадовать себя. Поменять что-то в доме, поменять в жизни и поменять в работе. Вот такой замечательный расклад получился для наших рыбок на октябрь месяц. Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, просмотры, благо и за подписку, конечно же. Благодарю. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале.